Совместное фото после награждения Звенигородской гандбольной команды «Звезда» училища Олимпийского резерва. В этом сезоне первенство России девушки завоевали золото. Линейная Лерика Сайфуллина по его итогам попала в символическую сборную. Гандболистка уверена, победить удалось благодаря сплоченности. Победить, думаю, помогла наша сплоченная команда. Это в первую очередь наш тренер и, думаю, настрой боевой. Подмосковная команда провела 48 матчей, из них 44 победы. Больше всех мячей за сезон забила правая полусредняя Александра Крылова. На ее счету 206 голов с игры из 298 попыток. Это 69% реализации. Забитых 7-метровых 66. Саша подчеркивает, такой результат достигнут благодаря команде. Больше взаимодействия с моей командой случились, больше голевых передач и взаимодействия все-таки больше. Главный тренер команды Марина Афлитулина результатом своей команды довольна. С мнением солидарна и капитан команды Марина Арцер. В следующем сезоне мы хотим остаться также чемпионом и идти только вперед, несмотря назад. Подопечные Марины Афлитулиной по сравнению с другими командами за сезон набрали наибольшее количество очков – 89. Серебро в первенство забрал столичный ЦСКА. Количество набранных очков – 87. А бронзу увезли на юг. Ростов-2 набрал 79 очков. Лада Дудко, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».